Спасибо большое за возможность задать вопрос. Хоть мы не турки, мы украинцы. Я в курсе, да. Владимир Владимирович, вот в контексте ваших неоднократных утверждений о том, что на Донбассе нет российских кадровых военных, я хотел вам передать... Что? В контексте того, что... В контексте ваших утверждений, что на Донбассе нет российских кадровых военных, хотел вам передать привет от капитана Ерофеева и сержанта Александрова. Третья бригада, город Тольятти. Скажите, вы будете их обменивать на Сенцова, Савченко, Афанасьева, Кольченко, Клыха, и этот перечень очень-очень еще не закончен. И если можно, второй все-таки вопрос. Минские соглашения заканчиваются, ни одна из сторон их не выполняет в продолжении, собственно говоря, первому вопросу. Так что же нам ждать от вас с 1 января следующего года? Вы будете снова наступать? Будете предлагать какие-то переговоры или, может быть, на время забудете об Украине? Спасибо. Значит, по поводу обменов. Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там определенными решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере. Но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу.